Всем привет! Сегодня с вами делюсь рецептом шашлыка. Его я сама узнала не так давно и решила попробовать. Шашлык, на удивление, получается очень ароматным и вкусным. Шашлык готовлю из куриных бедрышек. Если готовить их на мангале, можно использовать целые кусочки. Я буду готовить на шампурах, поэтому предварительно бедрышки разрежу. Подготовленное мясо я сложила в кастрюлю. Теперь добавляю ингредиенты для маринада. Наливаю соевый соус, растительное масло и насыпаю красную молотую паприку. Масло использую подсолнечное, нерафинированное, ароматное. И теперь хорошенько руками все перемешаю. Солить и перчить не буду. Накрою мясо плоской тарелкой и поставлю груз. У меня это банка, наполненная водой. Мясу необходимо дать промариноваться в течение суток в холодильнике. Можно оставить до 3 дней. Чем дольше будет мариноваться мясо, тем вкуснее и ароматнее оно получается. И вот шашлыки готовы. Вкусные и ароматные. Надеюсь, этот рецепт вам понравится. И я желаю вам приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео.